Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с интересными компаниями, людьми и продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Евгений Вахрамеев, я директор по маркетингу торговой марки «Пять морей». Вы нам принесли очень много красивого и наверняка вкусного. Давайте чуть подробнее. Дело в том, что торговая марка «Пять морей» является одним из признанных лидеров на рынке рыбной консервации. Мы являемся лидером уже более 10 лет. И в течение этого десятилетия практически полностью сохранялся первоначальный, так сказать, исторический идентичный дизайн, который пережил многие взлеты, да, вот, но который подошел к тому важному рубежу, который обязывает сделать нас дальнейший шаг вперед и ответственно подойти к развитию торговой марки, ее брендинга, с тем, чтобы перенести весь огромный накопленный капитал доверия наших покупателей в новую форму, облегчить им навигацию, облегчить им возможность найти, запомнить этот бренд и ассоциировать все те качества, которые вызывает бренд, надежность, качество продукции с новым, стильным, современным и хорошо воспринимаемым дизайном нашей торговой марки. Вижу, вы делаете пасы руками, явно давая понять, что на нашем столе сейчас представлены как раз именно два варианта упаковки. Тот, который был ранее, и улучшенный. Совершенно верно. В данном случае я указываю на исторический дизайн и на новый дизайн, который был сделан вот совершенно недавно, буквально 2 недели назад мы закончили процесс ребрендинга. И на рынок мы в ближайшее время уже будем представлять новую линейку торговой марки «Пять морей» в ребрендинговом дизайне. Замечательно. Давайте расскажем, почему именно выбрали горбушу. Дело в том, что, во-первых, горбуша сама как категория является одним из лидирующих сегментов на рынке рыбной консервации, первое. Второе, традиционно сила бренда «Пять морей» в этой категории была практически полностью доминирующей. То есть наши позиции — это 1-2 в течение многих-многих лет, да, то есть ноздря в ноздрю, но мы никогда даже до тройки не опускались, то есть были всегда первые и вторые. Соответственно, данная продукция является определенным флагманом, который хорошо характеризует как саму рыбную консервацию в целом, так и нас как торговую марку. Спасибо большое, пожелаем вам удачи, уверен, что ребрендинг был выполнен правильно и здорово, и надеюсь, что покупатели, которые уже давно ценят вашу продукцию, теперь легко смогут ее снова найти, конечно. Да. При изменении дизайна, при его развитии, мы руководствовались основными посылами, направленные на повышение удобства коммуникации с брендом наших покупателей. Мы обеспечили лучшую считываемость бренда. Вот сейчас на видео вы наверняка сможете увидеть, насколько видимость, считываемость, понятность бренда в новом исполнении превосходит аналогичные показатели в историческом исполнении. Также мы руководствовались современными концепциями дизайна, который подразумевает больше свободы, больше легкости, больше пространства и доминирование существенных основных деталей при приглушении второстепенных. Это европейский новый стиль, новые тренды. Соответственно, мы идем навстречу развитию наших покупателей. Спасибо большое. Ну что, в ногу со временем, но не забывая о традициях. Спасибо большое. Спасибо вам огромное.